вот что для тебя значит нынешний предстоящий чемпионат мира? Какие цели ты на нем будешь преследовать основные? Как и все чемпионаты мира, этот чемпионат мира является тем соревнованием, которое в предолимпийские годы является одним из самых больших соревнований и желаемых для победы любого спортсмена. В том числе и я, естественно, хочу только выиграть. Для этого мы проделали большую работу. И результат скажет о себе. Если мы хорошую работу проделали, значит, мы все хорошо сделано с нами. На этом чемпионате мира уже, ну, олимпийские очки уже идет отбор уже на Олимпиаду, да? То есть уже пошел. Да, еще... Расскажи об этой системе, как она сейчас. Отбор начался еще 2-3 месяца назад. На сегодняшний день у нас есть очки для там, попадания на Олимпийские игры, но еще впереди 2 года, так что это все начало. Лично у меня, ну, очки есть, и пока для меня все нормально складывается. Тот человек, который выиграет эти Олимпийские игры, на 90% что он попадет уже на Олимпийские игры, без всяких там набираний очков и тому подобное. Потому что сегодня большая разница между там выиграть чемпионатом мира и взять на турнире медаль. Потому что 2000 очков – это очень много. На чемпионате мира больше всего очков. Да, и это очень много. Если ты сейчас выиграешь ее, то ну, на 95%, что ты попадаешь на Олимпийские игры. Как ты оценишь вот свои выступления в этом году? Какие у тебя были самые такие лучшие результаты? В этом году у нас я выступал на 4 соревнованиях. Это было чемпионат Европы и 3 гран-при, 4 гран-при, где я 2 медали взял и 2 раза проиграл. Так что, ну, не очень, больше не очень хорошо получается. Потому что самое главное до чемпионата мира было это чемпионат Европы, на который мы поехали и провально выступили. Ну, лично я. Ты выступаешь все в своей категории 66, да? Да. По-прежнему, да? Вот ты уже долго выступаешь. Расскажи, как изменилась эта категория? Сильнее стала, вот, ну, мир, если брать, да? Кто появились новые какие-то, кого раньше не было? Вот кто с твоими основными соперниками будут? Ну, на сегодняшний день очень много спортсменов. Я думаю, что ни в одном виде спорта почти нету столько участников, сколько на чемпионате мира. Там до 100 человек весь, это очень много. Ну, в каждом весе, там, если больше 60 человек, это очень много. 70, там, 73 или 90, 100 с чем-то человек. Это довольно много людей выступает. И конкуренция очень большая. Многие страны стали намного сильнее сейчас. Кто появился, да их много. Они молодые, приходят, а пока еще я остался. Страны все те же. Япония, Россия, там, Франция, да? Грузия, Франция, Япония, Корея. Очень много... Израиль. Очень много сильных стран, которые сегодня выступают. А ты будешь единственным украинцем в своей категории? Нет, еще один парень, 66 килограмм, Богдан Ядов, он тоже будет выступать. Нас будет двое. Хорошо, спасибо. Костя, знаешь, что?